доме что-нибудь запрещенное имеется? Оружие, наркотики, боеприпасы? Имеется. Что? Видимо, наркотические средства. Какие, укажите? Марихуана. Марихуана, да, вот помещение, да. Где? В каком помещении еще имеется? Вот здесь, да? Вот такую ферму для выращивания наркосодержащих растений соорудили в частном доме в Кимрском районе области двое мужчин 80-го и 87-го годов рождения. Их задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД совместно с полицейскими МВД России при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». В результате обыска в домовладении полицейские обнаружили и изъяли почти 800 граммов марихуаны, а также 27 растений, схожих по внешнему виду с коноплей. Кроме того, наркополицейские обнаружили в доме специальное оборудование, семена и удобрения для выращивания наркосодержащих растений. Подозреваемые задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами ГИБДД на 187-м километре автодороги М-10 остановлен автомобиль такси Kia Rio. Водитель пояснил, что везет клиента из Московской области в Вышний Волочек. Пассажир такси заметно нервничал и вел себя подозрительно. В ходе досмотра у мужчины обнаружено 150 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, в свертках героин. Предварительно общий вес изъятого наркотического средства, расфасованного в свертке, составил порядка 300 граммов. 36-летний злоумышленник планировал распространять наркотик через тайники-закладки на территории Вышнего Волочка и Ржева. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.